Время 6 утра. Мы пишем гитары для какого-то финского лейбла. Шведского? Mm-hmm. Шведского лейбла. Йонсон, сука. И опять это на диван. И под этот нежнейший звук метронома я представляю поле с зеленой травой, желтыми опухами. Это компания Секурейта из страны Якомото. Вот это не используется. Вот это на самом деле... А, блять, я понял, откуда мне приснились желтые лопухи.